травка, где не леет. Если бы так морозом не придавило хорошо нас на столько дней, уже бы, конечно, трава пошла бы хорошая. Краситься будет. Да, ну может и красить. Сегодня тоже небо-то шикарно. Поставили камер. Вот новая камера. Знак висит уже. Но они же мы, знали. Да, мы надеялись, что здесь будут камеры. Вот здесь вот. Мы надеялись, что здесь будут камеры и обрадовались. Потому что здесь нас не пропускают. Вот на этом перекрестке вот они летят. Вот там сейчас машина едет, но она далеко. Из одного знака здесь такие массивы ставить. Ну, может быть, все-таки туда воткнут камеру. Перспективно будет, может, камера, я не знаю. Ой, я бы забыл сфотографировать. Потому что они нас не пропускают. Сейчас машин почти нету, а сейчас начнется лето, а у нас трасса туристическая. И они здесь летают, и в результате постоянно аварии. Мы здесь уже такие шуганные, мы боимся уже, потому что... Ну вот, я рассказывала уже, нашу машину били сильно. Поэтому мы за камеры, чтобы, пускай они везде стоят, эти камеры. Опять все погорело, вчера горело. Там эти сады же яблоневые. Мы в прошлом году с вами туда ездили. Вон еще дымит кое-где. Все-все здесь. Вон, вообще кошмар, конечно. Кошмар и ужас. Вот откуда пришел огонь, непонятно. Там-то дальше не горело. Да, дальше-то. Ты что, от нас получается, с нашей трассы получается? Ну, вот отсюда откуда-то пришло. Потому что там тоже не видно, что где-то горело. В общем, вот такие вот... Вчера опахали. Там снег еще, думаю, что так? Вчера, конечно, опахивали. Два раза опахивали. Той опашки прошло, а после этой уже не прошло. Смотреть. Че? Да. Чем вообще? Лаком, ну, лак он, я не хочу лаком. Ну, а другим? Ну, я не знаю. Вот и я не знаю. Какие-то должны быть покрытия эти, натуральные какие-нибудь. Вот какие-то покрытия на основе воска-то. По магазину хожу, что-то вот прям надо срочно, чувствую, мне вот купить прям срочно. Может, чайник какой-нибудь. Не знаю, что срочно надо купить. Но 24 рубля, а брали по, не было по 24, брали по 50, и кукурузная только была по 57, сейчас по 30-10, рис подешевел, по 34 стал, а то меньше 50 не было, что-то это дешевеет немножко, макароны. Шевели немножко. Вот уже поля здесь зеленые. Здесь еще снег лежит. А здесь уже травка. Зеленеет. И корова вон толпами.
Рассказывай. Я здесь обмыла, чтобы не заезжать на линию. Ты рассказывай, кто здесь. Давай. Единорог, солнышко, змея, цветок. Забыла, кто? Да. Галочки. Да, галочки. А почему они красные? Ну, они цветные. Цветные галочки. Корова. Корова. Цветочек. Дай-ка я корову покажу повнимательнее. Корова выглядит вот так. А почему не урок один? А второй куда-то загнулся. Ну, вот он. Загнулся куда-то. Спасибо, единорог. Ты подожди. Люба. Вот это еще засниму. Сейчас. Единорог красивый. Единорог красивый. Загадаешь загадку. Заодно. Ой, сейчас я напишу загадку. Да не ты. Да. Я маме говорю. Загадай. Кто это? Ну, кто это? Лошадка. Ну, лошадка понятно. Самой. Да-да-да. Кого-нибудь напоминает? Да, вот лошадка вам никого не напоминает. Ждем дождя. Коров нашел? А, вот они, а кого-то нету. Нет. Кого нету? Быка нету. Нет, бык есть. Вербы нет. Вот он. Где? Вот он, ну все. Куда-то поперлись не туда. Давай, ты. Я развернусь сама, наверное. Скорее. Ничего не видать было. Ветрище. Нам еще урагана не хватало. Вся радуга не влезает. Красотища какая. А смотри, она как близко-то. Радуга здесь вот. Она прям тут рядом. Ой, какая красота. Прям две. Видно? Тоже у дома. Вот они. Две. Яркие какие. Миша, куда ты? Малая, иди на место. Иди. Все, я стою. Аккуратно ноги-то. Ёлка может. Все, попозже. Все, попозже принесут. Все. Домой. Дождь. 27-е. Как я люблю дождь. Вообще просто. Мокрый асфальт, вид мокрого асфальта, мне прям до дрожи прям, потому что здесь вообще очень редкий дождь, особенно летом, я наслаждаюсь прям. Дождик прошел, опять весь двор, что надо-то, опять весь двор затопило, уже так сухо все было, теперь вон там вон лужа, видать вообще хороший дождик-то был. Дай пройти, пойду за коровами-то. Где корова-то? Застегивай, беги к папе. Вот это все собрать я тебе когда говорила? Мне здесь убираться надо. Все, беги к папе.
Давай сейчас посмотрим, что там. Помогала. А руки-то теперь. Посмотри, какие у тебя теперь руки. Ой. А как у меня теперь? Вам с папой в лоб обоим за такие руки. Сегодня небо полосатое какое-то. Все-все в полосочку. Там впереди чисто. Так, 30 апреля. Здесь полевые работы все по расписанию. Сейчас мы... Ой. Так, Кировец на поле работает. Культивата. Землю. А, дискатор. Дискатор. Готовит землю. Ага. Уже не видно транспорта. Махонький. Что-то сегодня как-то хмарненько. Прям это. Все уже по-летнему красиво. Уже начинают просыпаться деревья. Там вот такой песок желтый на той стороне, слушай. Или это камыш такой желтый? Так интересно. Что там такое желтое? Там впереди кто-то этот объезжает, что-то там. И мы как дураки здесь стоим на этой, прям под камерами. Ну вообще уж. Слободя. Стали эти идиоты. Что туда ехали? Так же. Что оттуда? 15 градусов тепла. Вечер.